2014 году цены на бензин в России могут вырасти до 15% на фоне налогового маневра правительства, сообщает Икартас со ссылкой на еженедельный обзор Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. С налоговым маневром правительство подразумевается снижение. Примерно в 500 метрах оттуда расположен между прочим центральный офис ГАИ России. Хоть бы там, в радиусе, там, 500 метров. Наведите порядок, ребята. Вот интересно, узнание Министерства внутренних дел, залеплены номера есть, нет? Ну это так, это... Вы знаете, мы с вами договорились, это клиентов. Ёб твою мать, блядь! Посмотри, не выйдешь, посмотри. Вот дебил. Где? Меня, пожалуйста. Фома, Господи, спаси, сохраняй. Вот дебил, да? Я просто представила, что мы сейчас могли там быть, потому что тоже неслись, как не знаю кто. Ёб твою!